Hoş geldinizdir. Что там снимаешь? Короче, Казахстан, Алматы, отправляемся вот на этой вот шумной красотке. Город Бишкек, парк Интымак 2. Там будет конкретный сессион, короче, вот с этими вот ребятами. Дайте шума! Короче, впереди недолгая поездочка, но, наверное, будет очень увлекательная. Там будет контест по скейтборду, BMX-у и трюковому самокату. Сосисочная вечеринка. Сосисочная? Да. Очень вкусно и питательно. Только утром такое не кушайте. Пишите в комментариях, что вы кушаете. У нас в программе по пути какой-то легендарный спот, и с нами в программе Данил Угольков. Данил, расскажите, пожалуйста, что это за место? Вы, видимо, здесь бывали уже? Разик бывали, да. Ну, видимо, Шанрак, как мне кажется. И там есть прикольный скат, по которому можешь съехать. Скейтик есть с собой? Скейтик имеется, да. Если любить, то навечно, если гнать, то по встречной. Давай, Русь. Короче, проехали прикольный спот, остановились после Курдайского перевала на ветряных мельницах, подумали о высоком, порассуждали. Скоро граница, вон там наши братья кыргызы уже нас ждут. Мы там кое-что замутим по работе, там, ну так, попросили, знаешь, дополнительно там привезти там ветродуи, вот, якоря, вот это, ну всякое, на всякий случай. К нашей поездке отношения не имеет, но в целом для движухи еще и на зимний сезон будет с тем. Поедем там в офис, что-то какие-то бумажки подпишем, но сначала нам важно пройти границу, потому что у нас столько барахла там всего, и будем надеяться, что Русу повезет, и он легко ее пройдет. Я как-то ездил в прошлом году на открытие парка и видел, как ребята катаются. Я думаю, за год ребята подтянулись и покажут достойный уровень. Так что посмотрим, что получится у них. Ожидаю то, что будет развал, приедут ребята с Алматы, я уже знаю, кто приедет. Точно приедет Тамер, приедет Саша Пирог, наш АМ-райдер. Да, пирожочек. Приедет Артем Таракашка. Короче, местная флоу наша алматинская приедет, навалит шуму в Бишкеке. Бишкекские ребята тоже, я думаю, покажут уже уровень, я слежу за ними. И у них уровень достаточно быстро растет, они уже делают трюки, которые, ну, у нас в Алмате мало кто делает. Это какие, например? Например, кранкарм уже ребята хорошо делают, опыт успех кранкарм делают. Ну, вот Даня хорошо прогрессирует. Кранкарм? Это когда ты... Кранкарм? Да, на шатуне по периле гриндишь. Вау. А опа-туз — это ты оппозитной бегай. Опа-туза. Оппозитной передней бегай. Так, ты едешь по перилю, получается. И потом переходишь на педаль. Я обожаю это название. Оппозитные перильные. Да, в сноуборде бэгэ. Вот вообще там что-то. Там свич. Там вообще тоже. Анал, мунал, грэп, ниндзя грэп, горилла грэп, еще что-то. Ау, мау. Ну, прикольно на самом деле. Короче, да, будет круто. Я вам обещаю, ребят. Короче, дядьку нормально подождем. Пойдем похаваем пока без дядьки. Что, Леха, как дела? Три банки и прошел нормально.
Ну что, мы ворвались уже в Киргизстане, в Бишкек, и приехали, ребятам кое-что привезли сейчас, на зиму. Вот здесь у нас Тима, покажешь, Тима Губа. Тима, давай. Моё второе имя, трюк. Одно же хуй. Ой-ой-ой. Мы встречаем наших гостей... Нет, как достопочтенных. Мы встречаем наших достопочтенных гостей из Казахстана, друзей. Завтра будем делать жару у нас на ивентике. Йоу-йоу-йоу. Что это за место такое, где мы сейчас находимся? Это самый наш склад Горилла. Здесь все в Горилле, просто все. Все, что вы видите, это все в Горилле. Просто представляете, какие объемы. Так что welcome. Мы, по-моему, нелегально что-то привезли вам там, да? Да, вы что-то нам нелегально привезли, и надо это забрать там. Сам не знаешь, что, да? Удобно, вы прям под, вот прям под тундру делали вот это вот. Ну, конечно. Да. Привет, братик. Подготовились вообще, видели, как ребята, а, братья кыргызы? Йоу, ребят, мы сейчас идем в магазин Wall Ride Store, который находится по адресу Манаса 95. Идем закинуть ребятам стафа, и этот магазин поддержал тоже мероприятие своими призами, так же как Горилка, так что Wall Ride Store тоже имеется в Бишкеке, приходите, свежий став, свежие тапки, все самое свежее, лучший сервис, отвечаю. Собственно говоря, в магазе. Пожалуйста, Source Solution, Polar, Dime, Spitfire, Nike, Vans, и все тут есть, пацаны. Все самое-самое. Ну что, ребята, вот мы и приехали в Бишкек, в Бетонную Плазу. Ребята уже нас окружили. Сейчас немного покатаемся вместе с ребятами, посмотрим на их уровень катания. Нашу машинку выгнали с парка, чуть-чуть пришлось ее переставить. Так что поехали, посмотрим на Плазу и чекнем, что тут да и как. Прикольно. Капец, по-моему, прикольная тема. Я 4 дал. Нога левая, ой, правая забилась, а теперь в другую сторону. Ты сам себе должен? Сам себе должен посмотреть, сколько по времени круг сделают. Получается, сколько? Раз поворот, два поворота, три, четыре, пять. Пять поворотов. А вот эту надо сглотнуть, да, типа пролета? Сглотнуть, да, бля. Вот так. Сколько получилось? Считайте сами. Сколько? 14 секунд? Лысину свою. Да я начал чуть позже. Он себя снимал. 14.67. Ну-ка, Димон, просто не вкручивать педалями нельзя. Как тут вкатил, еще накатал. Оказывается, не засек просто. Ладно. Thank you.
давай. Все, давай. Все, пока. Все, давай. Моя боли. Защита же была, что не одел. Скорая! Ну что, зрители наши, уважаемые подписчики, сегодня основной день, ради которого мы все сюда приехали. Это город Бишкек, Кыргызстан, Назар Назаров на фоне и один из лучших скейт-парков, да, наверное, лучший скейт-парк на данный момент в Центральной Азии. Вот он. Посмотрите. Скейт-парк в парке Энтымак 2. И сегодня у нас конкрет сессион, что в переводе означает бетонная сессия, потому что здесь бетоночка идеальная просто. И ребята с Алматы подтянулись. Я знаю, что есть скейтер из Ташкента. Посмотрим, ну, то есть кто-то, может, еще приехал. Такие у нас международно-центрально-азиатские сегодня соревнования. Отличная погода. Все кайф, да, Назар? Что ты делаешь? Да. А, это значит погода и бьется. Что такое бьется? А, девочки, ему явно не хватает. Уже кто-нибудь свяжитесь, пожалуйста. Спасибо вам! Локальные зрители города Бишкек, низкий поклон, вы уже все ушли, но процента так 2-3 тоже есть. Спасибо, что были с нами, поддерживали. Дайте шума им, спасибо! Спасибо за призы, которые сейчас получат наши участники. Гергер Спорт, респект! All right, skate show, дайте шума!
Классные фотки есть? Все красиво будет на днях. Красиво будет на днях. Все красиво будет на днях. Друзья, начинаем церемонию награждения. Нету вчера. Горилла, нету завтра, есть только сегодня. Фишки. Все должно быть сегодня. Камичу Галиксу. Лёка! Награждение категории BMX. Ну мясо же было сегодня, ну! Приехали в наш офис, сейчас поедем все по домам отдыхать, разгрузились, все устали, все вымотались. Вы пишите в комментариях, как вам поездочка, что понравилось, что не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте, если этот блог наберет 100 лайков, то мы сделаем еще один блог, придумаем какую-то рубрику или что-то. В общем, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал. Всем респект, девочки, всем пока, мы спать. Поехали в отель, пацаны. Я уверен, этого влог не встанет, но это будет у нас в памяти. Ну, поехали домой.